погрузка и вывоз снега. И, конечно, когда работают большие погрузчики, конечно же, вся дорога в снегу, потому что идет рабочий процесс, а под утро это все почищается маленькими погрузчиками. Поэтому заехали в эту зону, и, конечно же, значит, легковые машины имели трудности выехать. Угу. Ничего здесь такого неординарного какого-то нету. А вот сейчас поэтому что? В самую зону заехали, вот и все.